Уважаемые коллеги, хочу представиться. Я Проскурнин Василий Федорович, работаю в СИГИ, зав. Отделом восточных районов России, доктор геологоминералогических наук, защищался по Таймыру, по центральному сектору Арктики России по золоту. На Таймыре, Северной Земле, архипелаге Норденшельда, архипелаге Новосибирские острова. В общем, в сумме работаю в этом регионе с 1980 года. Мой доклад будет посвящен золоторудоформирующим системам Карской минерогенической области Таймыра и Северной Земли. Ну вот коротко скажу, что в пределах Таймыра-Североземельской минерогенической провинции выделяются позднепалеозойские, раннемезозойские, карская, редкометально-золотоносная и бранская, угленосно-полиметаллическая минерогенические области. К основным геолого-промышленным типам карской минерогенической области относятся проявления золото-кварцевой, золото-сульфидно-кварцевой, собственно, золоторудные, и золото-редкометальной, золотосодержащей медно-молибден-порфировой формации. Ведущую роль при формировании играют рифейско-венские, субдукционно-коллизионные и позднепалеозойско-раннемезозойские дейтерогенные рудоформирующие системы. В своем докладе на ряде слайдов, карт, хотелось показать основные закономерности развития этих провинций, и раскрыть потенциал, минерогенический потенциал провинции, или Карской минерогенической области. Спасибо.